Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных, сообщает украинский портал ТСН. В интервью с правозащитником Марком Фейгиным Арестович отметил, что в начале конфликта погибало в среднем по 100 украинских военнослужащих в сутки. В российской армии в среднем по 1000 человек в день. Сейчас, по подсчетам Арестовича, армия России ежедневно теряет по 200-300 солдат. Ранее советник главы Офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Украины за время войны. Проверить эти данные в условиях боевых действий невозможно. И Арестович, и Подоляк отметили, что причина таких потерь – значительное преимущество российской армии в возможностях артиллерии. О потерях российской армии накануне сообщали ряд СМИ со ссылкой на западные источники. Так, согласно собеседнику BBC в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих. Большие потери российские войска несут в нынешних боях на западе Луганской области. Российское министерство обороны в последний раз официально заявляло о потерях за время спецоперации в марте, сообщив о 1351 погибшем военнослужащем. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.